На улице за 30, а в павильонах прохлада. Посетители не спеша рассматривают все то, что представлено на ювелирной выставке. Она проводится ежегодно, и с каждым разом число участников увеличивается. Представлены практически все крупные города России. Сочи не просто площадка для продажи наших прекрасных изделий, но здесь есть и море, здесь свой колорит, здесь свой, ну я не знаю, неповторимый дух какой-то. Сочи, ну, как говорится, Сочи – жемчужина России, поэтому мы сюда и приезжаем. Участники выставки отмечают, общение с сочинским покупателем всегда ценно. Интересуются новинками и местные жители, и отдыхающие. Им есть о чем поговорить и что обсудить. Самые последние новости в мире ювелирной моды можно получить прямо из уст производителей. Выставку «Золото летней столицы» многие ждут и к ней готовятся. Я люблю золото. В обычных магазинах оно как бы дороже идет по цене, а здесь оно как бы выгодно можно купить, и как красивый, огромный выбор. Я вообще не равнодушна к золоту, поэтому решили прийти сегодня сюда. Еще и у нас впереди столько свадеб, праздников. Это хороший вариант вообще выставка. Привлекает разнообразие и неповторимость. Только здесь самые чистые в мире якутские бриллианты, удивительное серебро мастеров Дагестана, уральские самоцветы и новинки европейского рынка. Гости выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов по входным билетам. «Золото летней столицы» будет работать до 12 августа в павильонах Умор-Порта. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.